Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс, а это Mortal Kombat. И его обновили. В башне я могу посмотреть игроков, интересно очень, да? Давай любую башню, да. Здесь я могу выбрать игроков, которых обновили в Mortal Kombat. А это значит, Хоумлендера добавили сюда, смотри. Я не знаю, давай возьмем Хоумлендера, так, и... Ёлы-палы, я давно не играл уже в это. Барака, так... Ну, давай Саб-Зиро возьму, я не знаю, кого нового с камео добавили. Сложность, да пусть так будет, средняя, так как я не играл, даже клавиатуру уже, наверное, не помню. Но очень хочется посмотреть на Хоумлендера. И Саб-Зиро у меня камео. Короче, против Скорпиона идем, еще и на среднюю сложность, и... Ну, я месяца три не играл, смотри, это Хоумлендер, действительно. Это Хоумлендер! Офигеть, круто как, слушай. Что, началось уже, нет? Началось или нет? Фига себе, я Хоумлендер. Ну что, ты думаешь, я забыл? Блин, я забыл, да. Опа, я глазами могу. Фига себе, жарит. Так, а блок, блин, ну здесь с клавиатурой, конечно, да. Вот он блок. Блин, дай супер прием сделать. Саб-Зиро. Ёлы-пал. Блин, блок не сработал. Хер тебе. Не смог. Ёптвою, не то нажал. Да, ну здесь, конечно, на геймпаде было бы круто. Вот так вот, бля. Вот так я могу сделать, понял? Тварюка, а? Тварюка. Ой, рано. Присядь, стойку поменяй, отойди. Блок. Ну, блин, конечно, на геймпаде было поудобнее бы, да? Но где геймпады эти, я не знаю. У, я из глаз еще могу пускать. На. Бля, да ты не подойдешь на средней сложности даже ко мне, получается, да? Так, не будем кровавые эти дела делать. Ну, вот. А то YouTube офигеет. Хоумлендер, и что-то выпил, смотри, сыворотку, да, какую-то, офигеть. Этого Хоумлендера везде добавили уже. И в Warzone, и в Mortal Kombat 1. Офигеть, просто класс. Просто класс. Кстати, ни разу не продули даже. На средней сложности. И я уже месяца два не играл, наверное, в это чудо. Слушай, нормально, нормально. Хоумлендер и Саб-Зиро. Ну, раньше его точно не было. Не было этого Хоумлендера. Его только добавили, получается. Вот эту я тоже не помню. Подожди. Офигеть, боец, да? Не знаю, кто играет постоянно в Mortal Kombat, наверное. Опа, я снизу еще могу. Нифига себе, это ты крутая. Он постоянно лучами своими, а? О, снизу могу еще. Уйди. Давай, напугай меня. Опа. Ну почему я не могу апперкот сделать? По печени тебе, бля. Почему я не могу апперкот сделать? Ну зря я стойку поменял. На, о, блин, нифига себе, я летать могу. Офигеть. Я даже не знал о таких способностях Хоумлендера. Плохо тебе, да? Ну, ты камео заюзала. Кстати, я тоже могу камео заюзать. Опа, очки. А как тебе вот такое вот? Я заюзал Саб-Зиро, да. Я не забыл за него. Да, конечно, надо потренироваться. Надо потренироваться. Как я Саб-Зиро мой? Нет, я ж хотел не это.
Камео не готов еще, наверное, да? Блин, нет, не получилось сделать. Как тебе такое, а? Как тебе такое? Как тебе такое, а? Так, фаталити не будем делать. Фаталити не будем. Он постоянно... Здесь фаталити, если сделать, я не знаю, сразу все сбесятся просто. Ну, офигеть, Хоумлендер, слушай. Надо другого тоже посмотреть, кого-нибудь взять, да? Что-то здесь обновили, конечно, неплохо обновили. Ой, нет, барака, я за нее очень много играл, очень спецприемов, много знаю. Это сильный боец. Это сильный боец. Я им историю проходил, это офигеть. Это просто офигеть. Барака красавчик, скажи, да? Ну, Хоумлендер так, у него одни лучи вот эти вот, да? В принципе, больше-то ничего я и не вижу. Вот, может, я что-то не умею делать, ну, кроме фаталити, да? Ну, лучи, лучи делает. Лучи делает, смотри как. Спецприем, да? Опа. Типа ручкой помахали, да, барака делает тоже. Да, Хоумлендер побеждает. Слушай, на средней сложности так играет, как будто бы на легкой подумают. Нет, нет, нет. Это очень хороший прием. Это очень, я помню его. Барака, нет, пожалуйста, пощади меня. Подойди, подойди. Ну, искусственный интеллект, компьютер, понятное дело, да. Но все равно я не сделаю ничего здесь против бараки. Синенький как бы уже, да? Да, спецприемы у него, конечно. Ну вот и все. Первая наша проигрышная фигня. И барака побеждает, конечно же. Последний раунд, говорит. Постараться. Блин, барак. К нему лучше близко не подходить, и он в угле зажал, понимаешь? Попробовать на дурачка. Блин, блок. Блок я не вовремя отжал. Не-не-не, барака сильный боец. Я тоже так делал с компьютером. Нет, 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 нет. Нет, я должен был победить. Ай, у него осталось чуть-чуть просто. И он сделал еще мне фаталити. Охренеть. Но это не я делал, если что. Это не я делал, если что. Финиш его. Ну и барака, барака. Блин, сильный боец, да? Сильный боец, барака. Я не зря его боялся. Я не знаю, столько с него поиграл, но у него легенькие очень приемы, но очень-очень крутые. Очень-очень крутые. Давай посмотрим, кто у нас еще есть по этим башням. Посмотрим, пройдемся. А вот, конечно же, сейчас я с игроками точно не сыграю, потому что надо потренироваться, да? Маленькая башня, но уровень средний, то стоит у меня, вот. Очень интересно. Так, барака был, этот был. Слушай, вот этих супергероев я не помню. Вот этих троих. Вот это было вроде. Вот это не знаю. Шоукан был. Так, кто-то закрыт еще даже тут. Ну, надо открывать, надо играть. Вот это я не знаю кто. Если ты знаешь кто, напиши мне. Я не сильно там о мультике смотрю. Фильмы эти. Я хочу камео вот такого вот. Можно? Горо, блин. Сложность вот средняя, да. У меня везде стоит сложность средняя. Так. Главный герой, так. Ух, у меня за мной Горо.
Это Гаромний Мэн какой-то. Я не знаю этого супергероя. Напиши мне, если знаешь этого супергероя. Гаромний Мэна. Ты не настоящий боец. Хочешь настоящего? Я тебе покажу сейчас настоящего. Ого! Ого, ничего себе, что он умеет. Вот так, да? Вот так? Блин, ну это лучший файтинг, я не знаю, который только есть в принципе. А я спецприемы не посмотрел у него, да. Ну что, сейчас так найдем. О! Вот так, уже один, знаем. Довольно неплохой. Смотри, как можно задолбать его. Так, камео. Блин, надо ближе было. О, что-то я еще могу. А, атаковать грудью, понял. Так, ну ладно, ладно. Подойдешь? Да ёб твою, да ёб твою, да хватит уже, а. О, еще один супер прием. Лежать, лежать. Блин, рано заюзал я гору. А не, не рано, нормально, нормально. На, получи. У, я даже этот сделал, смотри. А, у него тоже есть такой прием. У меня есть тоже такой. Ой, какой красавец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мне этот мужчина нравится. Он мне нравится. Блин, а чё я сквозь тебя пролетел, а? Нет, дружок, на. Ладно, не будем здесь ничего делать. Сделаем вот так. Я у него в каталоге, кстати, не смотрел. Все миры мои, говорит. Нифига себе. Ищу из гору. Ну, гору надо вызывать поближе, конечно. Все миры мои, говорит. Неплохой, неплохой боец. Неплохой боец. Ну, давай еще здесь его на Кун Лао проверим, да? И Рейни. Кун Лао и Рейн. Значит, ну, такая связка. Очень опасная связка. Как ты считаешь? Мой Mortal Kombat действительно был первый. И это первый. Но это первый спустя, я не знаю, 30 лет. Раньше был первый совершенно другой. Был второй, был третий. Шикарный, в который я просто... Ух ты, нифига себе, да, да, да. А как так? А так. Все, блоки, да, вот блоки, блоки. Блоки, постоянно блоки, да. Так, атака, 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 а. Не-не-не, апперкот не ведешься, не. Не-не-не, я тоже не. На. А? А вот так, не. Не, может вот так, а, 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 а. Блин, меня поймал. Меня поймал. Фига себе. Чё это? Да у меня еще КП дофига. Это он заюзал свою, блин, я его не добил быстро. Заюзал фигню эту, да? Блин, я побеждаю. У тебя лишь крупица моей силы. Да нифига себе, у тебя все лицо уже. Давай. Блин, ну апперкот. Не, так его... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Что ты делаешь? Давай, давай, супер удар, давай. Мы не можем здесь проиграть. Я думаю, что я не двигаюсь, вода засосала. Ну, блин, мы тебя добили, короче. Все миры мои. Неплохой герой, я считаю, неплохой. Новиночка, да, новиночка супергероев Mortal Kombat. Так, ну, давай, давай сразу посмотрим другого, да? С этими не будем файтиться. Можно выйти отсюда. Хочу третьего посмотреть, я не знаю. Слушай, девушка хорошая, да? Я не совсем с ними играл здесь. Так, давай главное меню запустим, да? Вот, и сразу же возьмем кого-нибудь
поинтересней. Так, поинтереснее я видел здесь кое-кого. Я видел здесь маленькая башня. И вот он. Слушай, и камео, почему этого не могу, да? Вот этого могу, гору. Да, сложность устраивает вполне. Просто маленькая башенка, ну так удобней. Можно и в большую пойти. Гору, миротворец. А это, я не знаю, молния это или кто это? Кто это за супергерой? Напиши мне, я не знаю. В комментарии напиши, что это за супергерой. Опять этот с водой? Да ну нафиг. Так, у этого я тоже суперобилок никаких не знаю. Сейчас будем смотреть. Это какой-то выпендрежник такой. Гитара, короче, вся фигня у них. Понял. Да выпендривался, да? Так, суперобилок я не знаю. А, он стреляет. Пистолета, нифига себе. Говняна так еще как. А, летает. Головой летает. Нифига себе. Ну правильно, зачем голова? Не думать, а летать. Ага. А чувак подумал, да, затянул тебя, да. Вот, с разных сторон разные клавиши. Подойди, подойди, подойди. Я не буду, я не буду. Я в блоке. Как тебе? О, с пистолета, видишь, бахнуло. Не, ну это боец такой, это... Как по мне, такой себе герой. Давай камео хоть позовем. Он, блядь, вместе с камео провалился. Камео тоже так себе. Надо брать кого-то, я не знаю. Получше. Ну! Ударь последний раз же. Ёпта. Еле затащили этот раунд, я не знаю. Мне не сильно нравится. У него голова просто, чтобы летать, я не знаю. Давай полетаем. Постреляет он то херово как-то. Вообще херово. О. Он, видишь, как пистолет достает. И такое ощущение, что выстрел не наносит. И нифига просто урона даже. Пошел отсюда. По ногам. А мы в другую сторону отправимся. А сюда. А сюда. А, блок, бля, блок, короче, я за блок забыл. Нет! Что ты делаешь? Полети, ёб твою! Так, ладно, давай ему сыграем. Давай ему сделаем вот так вот. На! Птица еще, на! Дробовику! Ба! Ёпта! Привет тебе. На. Вот такие мы крутые, короче. Вот такие. Выпендрежники, типа, я не знаю. Супергерой-выпендрежник, я его буду так называть. А вот, толком не знаю, что за герой, конечно. Напиши мне. Вот, если Хоумлендера я знаю, то вот этих вот не очень знаю, если честно. Абсолютно не очень. Ну, такой выпендрежный, поиграть можно, какие-то супер приемы есть у новых героев. Но не сказал бы, что что-то такое. Что-то такое сверхъестественное у них. Вот. Камео лучше себе брать другого, сразу говорю. Гору, хоть и сильный такой. А вот, но мне кажется, бесполезно. Вот это прием у него, да. Блок, все, на тебе, блин. Апперкотик. В упор, на. А, вот еще какой-то прием, да? Поближе. Ой-ой-ой, она заюзала это, потому что, да, мы уже почти с ней разобрались. Ну, теперь они мне сделают неприятность. Ой, нифига себе, просто по столу размазала меня. Но нет, тебя это не спасет. Реально не спасет. Она думала, я сделаю. Я буду делать тебе, блин. Я буду делать тебе приятно, да? Вот так вот, да? А вот так вот. А? А, нет, уже все. Поняла, что я этой херней могу проворачивать, да? Отвлечем тебя, да? А потом сделаем. Опа!
Нет, нет, я блок снял. На. Стойку поменял, на. Но на тебя по ноге. Неплохой боец. Неплохой боец. Выпендрежник вот такой вот. Ну, Гору я не знаю. Лучше не брать как камео. Мне кажется, лучше не брать как камео Гору. Так, давай выйдем, посмотрим, что мы. Ничего не пропустили ли мы из новых бойцов? Китана. Слушай, это девочка из первого самого Mortal Kombat. Еще и Страйкер стоит. В принципе, мой любимый боец в третьем Mortal Kombat. Да, надо, чтобы играть в эту игру, надо, конечно, потренироваться хотя бы здесь. Давай выйдем в главное меню. Ок, и... Да игра просто обновилась недавно. Я думаю, что-то есть здесь интересное. Действительно, есть интересное. Опа, вы заработали достаточно сезонной валюты, чтобы приобрести сезонную награду. Хотите перейти в магазин? Да пока не надо, спасибо. Мы достаточно заработали. Вот, я действительно хочу... Да, только три этих бойца. Этот был. Этот тоже был, и это тоже было. Так, вот это тоже было. То есть все были, мы посмотрели. Вот этот я не помню даже, честно. Вот этот закрыт даже. Может, они и появились еще. Но вот эти три мы с тобой точно посмотрели. Все, с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого. Homelander, честно, больше всего мне понравился. Все. Увидимся, если хочешь, Mortal Kombat. Напиши мне обязательно, будет побольше Mortal Kombat на канале.